Нелегальное пребывание в Украине гражданина Азербайджана затянулось почти на 18 лет. Жениться и оформить вид на жительство не получилось, рассказывает мужчина. 7 лет без паспорта выдержал, а потом восстановил паспорт. А сейчас срок закончился паспорта, не мог, не успел, не получилось. Не было возможности ехать на родину. Еще один задержанный гражданин Грузии. 4 года назад он приехал в Енакиево на похороны родственника. Затем попал в больницу. Я сломал ногу. Там лежал 3 месяца, 3,5 месяца в больнице. Я на костылях, начался война. Я взял свою супругу и сумку, 2 сумки и въехал. В ближайшее время оба мужчины будут депортированы. Также решается вопрос о принудительном возвращении на родину еще порядка 90 человек. К административной ответственности за нарушение правил пребывания на территории Украины привлечены почти 200 иностранцев. Це вбивство в місті Маріуполі, пограбування в місті Бахмуті. Також було затримано шахрая і громадянина, у якого вилучено наркотики. Це як громадянин Грузії, Вірменії та Російської Федерації. Операция «Мигрант» продлится до конца года. Валерия Романова при поддержке отдела коммуникаций Главного управления национальной полиции в Донецкой области. Информационная программа «Зеркало».